Один сапер метает кошку. По-прежнему лидирует команда Российской Федерации. Следом за ними двигаются. Проделывают проход шириной 6 метров на глубину 30 метров и подают сигнал поднятием руки вверх. Российской Федерации следует команда Узбекистана. На выборке носовых конструкций находятся команды Узбекистана и почетное место на пьедестале. Российской Федерации генерал-лейтенант Ставицкий Юрий Михайлович. Команды Российской Федерации. Пьедестала почета. Первое место в соревнованиях команда Российской Федерации.